Всем привет! Привет! Мы сейчас находимся в Перми, пошли на Андроновские пруды кушать шашлыки. Тут такое место красивое, оказывается. И начался дождик, но он такой крутой, грибной дождь, офигенный. Такие капли крупные. Но все равно даже не холодно, потому что, в принципе, просто парёшку вот это все снимает. Ну, капли вообще мощные. Вот там у нас еще впереди уже ушли. Мы пошли искать место, где нам расположиться. Вот тут уже много народу сидит. Ну, вот они, правда, там, за кустами, потому что не успели их заснять. Вот, и мы пошли. Что-то какое-то место они выбрали под деревом, но так далеко от пруда, да? Чтобы там он прудика сидит. Да. Там даже трава нет. Дождика. Это около фильма, Клася. Мы остались на этом месте. Это степашка. Вот мы сидим, кушаем. Ждем шашлычок, да. Что-то рядом с нами собачки, они такие милашки. Вот. Она такая вся закутанная в полотенечко, как младенец какой-то. Степан. Последний раз кушай чипс, Степан. Вторая собачка такая, но она такая большая, но ей несколько месяцев. Сколько? Несколько, ну не знаю, 3-4. Где-то 3-4 месяца. Там, в общем, идет какое-то, видимо, мероприятие, свадьба, то ли день рождения, и там барабанщики, и вот они там устроили концерт. Это Степан. Вот такая сладкая тут пуля. Да. Малышка такая, вся вымокла под дождем. Ее сушили тут полотенцами. Такая кудрявенькая. Даже луну видно. Вон она наверху. Мы, в общем, остались на этом месте, где пережидали дождик. Но здесь, в принципе, неплохо. А там на пруду, там, где мы проходили, плавает утка с утенком, почему-то с одним. Две кроссовки. Опа. Да не бойся ты, она даже не гавкнула. Крутые песни играют там. Вообще атмосферненько, конечно, круто. Вот думаем сходить туда, посмотреть, что там такое. Ты со мной? Пока никто так и не собрался со мной идти смотреть. Ну, круто. Мы все-таки решили сходить, посмотреть, что же там такое. Ну, пошли не по траве, пошли по дороге. Пока дойдем, эта песня, конечно, закончится, но крутая. Вот наши там сидят, не видно их практически. Там сказали гаражи, и, видимо, кто-то в гаражи заказал какой-то концерт. А ну вон, видно гаражи. Немножко это напоминает мне Парму. По таким песням.
И тут также сидят группки, вон тоже пошли, видимо, смотреть, что там такое. Там уже не первый, мы идем смотреть, что там. Но всем интересно, все идут. Солнце вышло, кстати, вот распогодилось, нормально так стало. Там уже закат. Вон там же луна. Да, луну тоже видно. Да, там все-таки ворожей. Какая-то туса происходит. И такой красивый закат. Сейчас посмотрим, что у них там дальше. Даша пошла. Медленно, верно, мы приближаемся. Кстати, смотри. Вон. Лук-то повернись, покажи. Сюда. Вот белый дом, видишь где? Помнишь, да. Даже вот где наш дом там был? То есть это вообще недалеко. А, ну тогда. Да, вот около вот этого белого дома мы жили. В прошлом году в Перми. Вот еще мы такие идем, и там за мусорными баками стоит нечто. Похожее на какого-то инопланетянина. Ну, это, наверное, специальное что-то. Выглядит, как будто бы мы это в битве экстрасенсов. Я чувствую здесь, что земля проклята. Давай не будем так шутить. Шутка, минутка. Земля не проклята. Земля? Нет, это земля не проклята. Гараж на гараже. Ну вот оно. Все, в общем-то, сходят сюда посмотреть, послушать, что там такое. А у нас тут закат. В общем, послушали мы концерт. Вот, возвращаемся обратно к нашим. Обратно. Там еще идет? Ну, тут песни вообще классные, конечно, играют. Так, вообще круто, атмосферно, да. И там повторюсь еще раз. Топовые песни. Угу. Там, получается, палатка, и там играет группа какая-то. Видимо, день рождения они празднуют. И еще несколько палаток стоят. Да, ну, в общем, классно. Ну, сейчас нам будет здесь спуститься. Ой. Аккуратно. О, он там. Ой, наша собачка. Наша собака уже играет с кем-то, с какими-то другими собаками. Знакомиться. Собака идет у нас одна, если что. Ну там у нас это на цепи. Ну так-то она вон как далеко убежала. Да, придержится, что. Красивые прудики, да? Угу. Да, вот там пруды. А где, почему говорят Андроновские пруды? А где еще пруды? Один прудик. А почему пруды? Может, что там мостик туда идет дальше, через мостик. Фиг знает, давай спросим сейчас. Покажи татушки свои. Давай татушку покажем. Давай, ложись. Мы нашли себе друга с татуировками. Подругу. Тут так, кто любит тату. Где-то. Вон они. Татуировки-то. Там салют был только что, а тут собака. Побежала туда. И я уже не побежала туда. Мамочки, как она лает. Это вообще кошмарик. Я тебе отправила. А там играет такая офигенная песня. Это ведь «Круги на воде» называется.
как ее в оригинале поет девушка. Слот. Слот называется группа. Офигенная песня. В общем, мы так и просидели здесь, на этом месте. Ну, в принципе, место неплохое. Ну, думаю, в следующий раз, когда мы пойдем вдвоем, может, кто-то еще с нами пойдет, мы пойдем именно на пруд. То есть это будет вот там вот, именно на пруду на самом. Сейчас там были все места заняты. Это вообще офигенная песня, на самом деле. Это напоминает мне время, когда вот я жила в Березняках, и вот эта песня «Слот», она вообще офигенная. Мне она так нравилась. И вот ты представляешь эти круги на воде, когда ты бросаешь эти камушки, и вот эти круги остаются, и эта песня, вот ее просто, ее надо прочувствовать и понять. Не знаю, мне очень нравится песня. И пошли дальше. Даша у нас в роли собачницы. Она на передних лапах двух шла. Серьезно? Да. Она встала на передние и пошла на передних. Офигеть. Пойдем сюда. Пошли, Пуля. Пойдем домой. В общем, мы приехали забирать машину. Нам ее дали. Это, в общем, была моя машина. Потом я ее продала маме. И вот они нам дали ненадолго ее поездить. Так что сейчас ждем, когда нам передадут ключи. И поедем. Вот. Целый год она была моей. Да, что-то только сейчас мне так страшно. Переживаю. Я в Перми еще ни разу не ездила на машине. Ну, нет, один раз там два светофора. Из Близняков надо было в Пермь приехать. Там два светофора и перекресток один проехать, и все. Ну и год назад я только ездила на машине. А нет, вот я ведь в поселке там у Даши ездила. Там ни светофоров тебе, ничего, ни встречки практически нет. Так что вот мерзнем, дождем. Да.